рублей разыграет правительство страны среди россиян, которые поставили прививку от коронавируса. Лотерея пройдет с 1 сентября по 1 декабря этого года. Победителей будет 1000 человек. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей. Выберет их компьютер, и чтобы получить выигрыш, придется зарегистрировать аккаунт на госуслугах и получить карту МИР. Данные вакцинированных организаторы лотереи возьмут из единого регистра по уникальному номеру записи. Информацию о победителях опубликуют в СМИ и на специальном сайте bonuszazdorovye.rf. Уведомление о выигрыше появится в личном кабинете на госуслугах. Нужно будет ввести данные карты МИР. На это у победителей будет 3 месяца. Деньги зачислят в течение полугода.